Всем привет, с вами Макс, и это вторая часть длительного эксперимента про автовозки. Начало эксперимента было 15 ноября, сейчас 15 февраля, то есть прошло ровно 3 месяца с начала и до конца этого эксперимента. Цель эксперимента — это проверка, держится ли автовоз на лакокрасочной поверхности при воздействии соли, грязи, песка и всяких других реагентов, которые могут посыпать дорожное покрытие во время зимы. Зима выдалась довольно-таки необычная, был и дождь, был и снег, был снова дождь, был опять снег, и так чередовалось время от времени, довольно-таки часто. Дороги посыпались реагентами, солью, песком. Все это смешивалось с дождем, снегом и, конечно же, попадало на лакокрасочное покрытие. Хочется сразу же развенчать миф о том, что мыть машину после воскования придется реже. Так вот, несмотря на то, что мой автомобиль был скрыт воском, через 2-3 дня эксплуатации автомобиля в условиях дождя и снега, вся грязь попадала на автомобиль и держалась чудесным образом, очень даже хорошо, на лакокрасочной поверхности. За время эксплуатации автомобиля, а точнее за время эксплуатации в течение трех этих зимних месяцев, я машину мыл 4 раза. 3 раза я мыл в гараже, просто поливая садовым шлангом холодной водой, сбивая грязь с лакокрасочной поверхности автомобиля, так как и времени не было. Ну, соответственно, не использовал никакие шампуни, никакие щетки, просто сбив грязь и песок с автомобиля. Четвертая мойка была на станции самообслуживания. Опять же, проводилась мойка уже кархером с использованием автопены, но без использования, опять же, щеток и губок. Просто намочил пеной, растворил грязь, ну и, соответственно, все это смыл, опять же, под давлением. После финальной четвертой мойки я машину поставил под домом. Ночью прошел снег, благо на утро не было дождя. Ну и теперь, соответственно, буду я проверять, что же у нас вышло в конце нашего эксперимента. Заранее я подготовил небольшой бутылек с кипяченой водой, которую я подогрел на батарее. Взяв чистую салфеточку, я протер небольшие участки на лакокрасочной поверхности, а вернее в тех местах, где я наносил разные виды воска. После этого распылителем нанес воду на поверхность автомобиля. Пятна, где я протирал, воск удалился. В других местах мы видим, что есть скопление капель больших и мелких. Это означает о том, что там воск все-таки еще держится. Итак, вывод. За 3 месяца использования эксплуатации автомобиля в дорожных условиях зимы, ну даже такой теплой зимы, но довольно-таки агрессивная, потому что соль смешивалась с водой и снегом и попадала на лакокрасочное покрытие. То есть воск держался после того, как на него попадали реагенты, грязь, соль, ну и какие-то там камешки, может, отлетали. 4 мойки выдержал воск. 3 из них — это просто поливание, сбивание грязи простой холодной водой. Ну и 4 это с использованием кархера и пены, которая удаляет грязь. Но заметьте одно но. Но это существенное. В тех местах, в которых я протер простой тряпочкой и теплой водой, воска не осталось. То есть вывод каков? Если вы будете просто сбивать грязь с использованием кархера без использования механического воздействия, воск, скорее всего, будет у вас держаться зимой отлично. Но если вы заедете в туннельную мойку, я не уверен, что в 100% случаев он у вас останется вообще на автомобиле. А после двух таких моек, туннельной мойки, то есть физического воздействия на лакокрасочное покрытие, он вообще у вас там останется. Соответственно, если вы заедете и в гаражную мойку, помоете, собьете грязь, потом нанесете пену, после того, как грязь будет отмокать с пеной, вы будете использовать швабры там с щетками или будете использовать губку, которую захотите, скорее всего, пока пена разъедает грязь, протереть автомобиль. Соответственно, это механическое воздействие будет способствовать тому, что воск просто удалится с поверхности лакокрасочного покрытия вашего автомобиля. Ну и немного пару слов о твердом воске. То, что он придает кузову глубокий блеск, это плюс. То, что он создает эффект новой машины, заметьте, эффект. То есть на время использования воска автомобиля, вернее не автомобиль, а лакокрасочное покрытие будет выглядеть новым. Как только вы перестанете им пользоваться, повылазят все царапинки, там мелкие потертости, какие-то перепады цвета, они будут присутствовать. Мыть машину после воскования придется реже. Неправда. Даже если у вас осядет пыль и пройдет дождь, вы увидите, что все прибьется к вашему автомобилю. И так или иначе, вам все равно придется мыть автомобиль. Второе. Воск не даст соли и воде попадать к металлу, разрушать краску и провоцировать коррозию. На самом деле это неправда. Если у вас есть очаги коррозии, воск вам не поможет. Если у вас есть оголенный металл, а какие-либо сколы, если автомобиль оцинкован, это, конечно же, плюс. А если нет, то краска сбилась, воск вам не поможет, он не защитит вас от коррозии. Так или иначе, влага попадет на металл и начнется очаги там ржавчины, там рыжики по-любому будут. Гарантирование длительного и надежной защиты — это, скорее всего, тоже маркетинговый ход, потому что
как вы видели в моем видео. Насколько он длительный будет, это все будет зависеть от внешних факторов, и вернее физического воздействия на сам воск и лакокрасочное покрытие. Ну и небольшая такая ремарочка, заметка о том, что автомобиль, который вскрыт автовоском, не только защищает от влаги, но и задерживает на себе влагу. То есть то, что я заметил по своему автомобилю. Допустим, мой автомобиль стоит во дворе, утром прошел дождь, через 3 часа на нем также остаются капли. То есть задерживает, как капитошки такие остаются. А рядом стоящий автомобиль уже давно обсох, он чистенький, не вскрытый воском, стоит себе, как будто и дождя не было. В общем, подытожим. Эксперимент удался, цель достигнута, информацию довяз довел. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, ну и ждите следующего видео. Всем до скорого, пока. С вами был Макс, вы на канале были Тип Топ.